Pacahadon programma ta zemski doktor, ma zemski felsher, sa doktor ta arhaiudona, domin duna, ma ža karmagaška, naldih kanzište. Uite, ha fi hușin cu toi republica, hi sa uadam brde. Ui mama, fa fuldar programma e fi tonta bars. Nar doktor ta hai kanzište miluana ma ardag šoma, felsher ta ta afce da fanzaimin šoma. Domin duna ma ža ma, fa žanzan avdai duo olam hașam banata, ju ama ardagaja er ta žunka ul sa usešvalatan. Nahaš sa u škola ja hum ma huradun Cuștică nu o să o agdătăl. Pața hadunăă municipalul nu agdătă o să hăhtmă nahauns, coștătă bahaști cândăște nați un proiect demografiei fălgătă. Federal un buget era radic cândăște faraști miloan șomă. Затрачено на приобретение оборудования, отменом обязательства индивидуальных предпринимателей, и не только индивидуальных, а частных дошкольных образовательных учреждений, является снижение платы до уровня муниципального размера. Все необходимые средства в республиканском бюджете на данное мероприятие отражены при условии регионального софинансирования. Am bărdă mazăr toi și zărei să șăvălă tăbaja de știu donă să rămbână te și în cănă în tăhăi. Profilul ministra Draja Mună, Hubată Bariș, cu tfănușa încă o taftă mai două min dun fânzăm ajă uong. Hăgdă și dării tări și udonă în radii cânzăște să rămbână tă. Programă plamă gășcă hăștcun cu țăua umă uzăn lămbână să ștard. Balvărgon sau zăște hăgdmă căi bahaște udonă tăhăi informații dăr. Реализация комплекса мер на межведомственной основе позволит более эффективно использовать денежные средства из республиканского бюджета и обеспечить освоение средств субсидий федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия Алания на предоставление жилых помещений детям-сиротам. Нахаш сетка он хазарадык абажылдар. Харшкат штурвоша кышцы фермертама хазарадта кэнэн судонан дуамин дууна мажы бахош кэнзышты субсидиты хужы. Адапатайсын радих кэнзышты дуун милуан шомэй фулдар. Республика хисауды шардар тушкаты таймураш кутвабара котта автамай. Фаштага штыка он хазарады барак кэнэнта жынга фахуждарышты. Производство продукции сельского хозяйства у нас увеличился на 11,6% в сравнении с 2018 годом, составил в абсолютном выражении порядка 30 миллиардов рублей, но резервы есть, особенно в части вот того мероприятия, которое обозначено, в части создания новых производств, способных не только производить сельхозпродукцию, но и перерабатывать и получать высокую добавленную стоимость. И здесь тоже наша задача, мы утвердили список, но, к сожалению, там нет ни образовательных, ни научных организаций, и степень взаимодействия нам в будущем нужно усилить, потому что вот этот пласт нужно привлекать к нашей работе, и будем в дальнейшем над этим работать.